Et là à Paris, pour ceux qui étaient là les précédentes années, qui nous ont fait une petite vidéo, pas trop mal, que Cathy va envoyer. Le son, vous avez essayé ou pas? Alors, est-ce que vous avez essayé le son Oui. Ok. Война опять показывает, что поэзия не может спасти мир. Не может спасти даже одного человека. Поэт может спасти человека, может хотя бы попытаться, как любой человек. Одна лишь рифма у меня война, хуйня, война, хуйня. Это шли не римляне, не греки, не в ночи подкрадывался тать. В Украине в 21 веке жизни от людей освобождать шел солдат, убийца из России, вор московский, дикая орда, подчиняя мир мертвящей силе и уничтожая города. Привет, меня просили уложиться в 10 секунд, но 3 из них уже прошло, поэтому буду краток. Войска домой, Путина в отставку, свобода политзаключенных. И старое стихотворение украинского поэта Назара Гончара. Панове, мені хуйово. Спасибі за увагу. Я поэт Ежен Каравашек. Я против войны, которую развязал президент моей страны. Украина будет жить. Россия будет свободной. Без президента, который развязал эту войну. Завтра ветер переменится. Завтра прошлому замен. Он придет, он будет добрый, ласковый, новый президент. Война опять показывает, что поэзия не может спасти мир. Не может спасти даже одного человека. Поэт может спасти человека. Может хотя бы попытаться. Как любой человек. Одна лишь рифма у меня война, хуйня. Война, хуйня. Это шли не римляне, не греки, не в ночи подкрадывался тать. В Украине в 21 веке жизни от людей освобождать шел солдат, убийца из России, вор московский, дикая орда, подчиняя мир мертвящей силе и уничтожая города. Привет, меня просили уложиться в 10 секунд, но 3 из них уже прошло, поэтому буду краток. Войска домой, Путина в отставку, свобода политзаключенных. И старое стихотворение украинского поэта Назара Гончара. Панове, мені хуйово. Спасибі за увагу. Я поэт Ежен Каравашек. И я против войны, которую развязал президент моей страны. Украина будет жить. Россия будет свободной. Без президента, который развязал эту войну. Завтра ветер переменится. Завтра прошлому замен. Он придет, он будет добрый, ласковый, новый президент. Окей, est-ce que vous êtes prêts à commencer cette première demi-finale de cette Coupe du Monde de Slam? Oui. Non, vous n'êtes pas.